Скворчонок уже вылет из гнезда, смотрит, наблюдает за всем. Он уже вырос, перья уже хорошие. Вот-вот вылетит с гнезда. Но пока сидит. Скворечник и за всем наблюдает. Мух смотрит, как летают бабочки. Хочет словить, склюнуть. Видно, самый старший, поэтому самый смелый, самый первый вылетит. Родители что-то не прилетают его кормить, да его и других. Видно уже, они не так часто их кормят. О, спрятался. Ветра испугался или чего-то. Вот он опять выглянул. А может, это другие выглядывают, я ж не знаю, по очереди. Ну, большие же. Да, они вылетят скоро, вот. Готов к полету. Вырос, оперился. Клюв еще желтенький, но ничего. Готов. А там скворечники собурсаться, остальные ждут своей очереди тоже выглянуть, сейчас подышать, посмотреть.
И спать ему хочется, и смотреть. Когти у него же хорошие, перья. Правда, не это не вороны, а такие серенькие. Но ничего, все впереди у него.